Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал Алексис Реакшн, и сегодня мы с вами посмотрим видео Ярослава Дронова, а также и Кристины Арбакайте. Это фактор А, опять же таки фактор А. Называется композиция «Просто любить тебя». Довольно-таки хорошая, приятная песня, и мне понравилась она действительно, поэтому я ее хочу донести до вас, чтобы вы тоже послушали, либо вспомнили, что... Она существует, и, возможно, вы давно ее очень слушали, и захочется вам тоже, короче, послушать. Поэтому я решу не затягивать, прям сразу включить вам сейчас и послушать вместе с вами. Приступаем слушать. Как белый снег строит хрустальные дома из своей мечты. Мне так хорошо, знаю я, что будем мы целый день вдвоем, только я и ты. Вечно коснусь тебя. Как светит луна, это она сводит опять меня с ума, и твои глаза. Все в мире для нас, и в этот час я о любви тебе хочу. Наша очаровательная звездная гостья Кристина Арбакайте!
и Ярослав Дронов! Хорош. 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 Поют. Хорош поют, я хотел сказать. Вот, очень классное исполнение песни, мне действительно очень нравится. Она, блин, она замечательная, что можно сказать? Она замечательная сама песня, а в Ярославе, исполнении Ярославе Дроновой, нет, неправильно, песня шикарная, замечательная, а в исполнении с Ярославом Дроновым, что-то опять не то. Ну, короче, вы все поняли. В исполнении Ярослава Дронова песня просто обалденная, офигенная, шикарная. И лучше исполнителя под эту песню, наверное, не найти. И здесь каждый, как бы, вот, что Кристина Арбакайте, что Ярослав Дронов по-своему спели хорошо. Каждый, как бы говорится, внес свою изюминку в песню. Каким-то своим немножко уникальным пением, уникальным голосом. И, ну, да, может быть, можно отметить, что где-то Ярослав, да, своим голосом был приятнее, был лучше, действительно. Но, тем не менее, совместно, мне кажется, композиция очень в хороших красках. Просто, просто огонь композиции, которую можно слушать и слушать, потому что, во-первых, она хорошо спета. Она про наше дорогое и любимое, про любовь, любовь ко всему, можно сказать. И это прекрасно, это хорошо. Любовь – это хорошо. Вот. Главное, чтобы оно было. Она была, и, соответственно, быть любимым взаимно – это замечательно. Вот, значит, что? Все, я вроде бы сказал, что мне все понравилось. Ваши комментарии, лайки поддержку этого видео, и я думаю, что были классные, шикарные воспоминания о Факторе А, и, блин, как грустно, что Ярослав, да, не дошел до финала, ну, вот так вот получилось, сложилось. Но, тем не менее, что не делает нас сильнее, как вот всякие невзгоды, преграды, да, и все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Поэтому, несмотря на то, что был тернист и труден путь Ярослава к популярности, тем не менее, его это закалило, и в отличие от многих других звезд, которые восходили, которые попели на каких-то конкурсах, которые победили на этих конкурсах, и много-много таких звезд мы видели и встречали, и видали, и потом терялись в никуда. Просто попели чуть-чуть, спели несколько каких-то популярных, возможно, каких-то композиций и потом пропали. Будем надеяться, что вот те исполнители, да, действительно, которые показывали, проявляли, где-то постоянно были активны, где-то выступали, у которых, которые нелегко добились этого, который был вот путь тернист, сложь и все такое, они как раз вот... чувствуют, они ценят вот это вот, как это преодолевалось, как это было сложно, как это долго было, и когда они достигают своей цели, соответственно, главное не зазиздиться, главное не зазнаться в этот момент, потому что это очень сложно было, и они это ценят, то есть они ценят, поэтому они остаются популярны, они остаются на устах, они, эти исполнители, они просто-просто в наших сердцах. Потому что благодаря нашей поддержке именно они поднялись, да. То есть, если бы не было бы нас, любимых зрителей, те, кто поддерживает какого-то или иного певца, то, соответственно, не слушали бы его композиции, не ходили бы его бы на концерты, и, соответственно, эта звезда бы погасла. А раз мы слушаем, значит, все хорошо. Значит, мы поддерживаем, а значит, мы даем, питаем веру и надежду в себя. Вот, как-то так. С нашей верой и поддержкой в свое время Ярослав достиг вот до того, что мы сейчас видим, до нашего любимого шамана, и со своими композициями, уже не каверами, а со своими реальными композициями, которыми песнями, которые он пишет. Вот, поэтому так. На сегодня все, вам желаю слушать хорошую музыку, делиться своими впечатлениями с окружающими, вам хорошее настроение, вы видите просто с меня как эмоции идут. Радость и эмоции по данному исполнению. Не знаю, мне просто взбодрило и просто захотелось поговорить с вами, выплеснуть это все. Вот этот позитив. Поэтому как-то так вот.
Все, не буду затягивать. С вами хорошее настроение, слушайте хорошую музыку, и мы скоро увидимся. Всем до встречи, увидимся скоро. Всем пока-пока.